Так, რომელიც ადამიანი გახლავთ ძალიან ცნობილი მეოცე საუკუნის დასაწყისის რუსული ეგრეთ წოდებული სირიებრენი ბეჭის იდეოლოგის Вячеслав Ивановის ძალიან დიდი მეცნიერი, ძალიან დიდი პოეტი, ძალიან დიდი მოღვაწე რუსული ლიტერატურისა და ახლაც მისი ფონდის ხელმძღვანელი იტალიაში. პეტერბურგში აქ დამთავრებული მას უმაღლესი, ეხლა უკვე 30 წელია იტალიაში მოღვაწეობს და რუსულ ლიტერატურას შეისწავლის. დღეს ჩვენ რუს სიმბოლისტებზე და Вячеслав Ивановზე გვექნება საუბარი. Прошу. Спасибо. Я буду говорить медленно по-русски, и я очень рад увидеть так много молодых, которые, кажется, вот меня будут поднимать в городе Тбилиси. Я скажу еще два слова о себе. Я, значит, профессор в одном небольшом университете в Италии, куда, кстати, сейчас по Эразмусу стали приезжать студенты из Тбилиси. Милости прошу, кстати, на будущее по Эразмусу и в Салерно, и в Рим можно приехать. И я также директор маленького центра поэта Вячеслава Иванова в Риме. Наш центр – партнер Института русской литературы Академии наук Петербурга. Вот в наше время книги с трудом пересекают границы, и нам удалось построить такой сайт. Вот название этого сайта – v-ivanov.it. Здесь находятся все собрания сочинений поэта, и находится его архив, 24 тысячи рукописных документов. Ну, похвастаюсь, на сегодняшний день это на русском языке самый большой электронный архив. Есть архив Ницше, рекомендую Ницше Sources, сделанный Францией и Германией. Есть архивы аналогичные французских писателей. То есть вы можете здесь вот набрать этот архив, там 95% всего открывается всем, в любой точке, здесь, в Америке, в Австралии. Значит, есть собрание сочинений, есть около 100 книг, посвященных русскому национализму. Я буду говорить отрывочно, потому что времени-то у нас мало. Ну, я рассчитываю на вопрос. Итак, символизм. Это какая-то эпоха важная. Чем она интересна, что это такое? Ну, можно говорить о эволюции стиля, вы знаете, да, барокко, классицизм. А как? Из барокко вышел классицизм, из классицизма реализм так разве? Или, может быть, иначе? Скорее, это нечто противопоставленное, то есть на отрицании барокко вырастает классицизм в архитектуре, в философии, в литературе. Нет чистого барокко, нет чистого классицизма, но какой-то переведен какой-то какая-то точка, и уже больше барокко, чем классицизма, да? Потом вот классицизм, Жан-Жак Руссо, человек по природе добр, энциклопедист, энциклопедия. Я еще знал людей, которые цитировали статью «Летуа де Рум» «Права человека» по Советской России, ибо они отмечали революционные. Ну вот. Но наступает французская революция, которую создали Жан-Жак Руссо, Дидро и Д'Аламбер. И террор
видно, что, наверное, человек по природе не добр. И как попытка найти ответ, как попытка выйти, найти нечто другое, вот Шатобриан – романтизм. Романтизм пытается построить мир после Великой Французской революции. Вот, мы все построены, вот начинается, мы все, так сказать, живем в Европе после Французской революции, но вот реакция, попытка преодоления, найти новый путь после Французской революции – это французский романтизм, немецкий романтизм, который теперь смотрит назад, изучает фольклор впервые, изучает историю, изучает природу языка, стихию языка, начинает собирать народные говоры. Вот. Потом романтизм себя исчерпывает, реализм, потом реализм себя исчерпывает, и вот в верхней точке, где-то около романтизма, только справили, на новом цветке, у нас символизм, который есть во Франции, нет в Италии, кстати, и в России. Символизм, который, в отличие от французского романтизма, пытается найти ответ на те вызовы, которые будут. Потому что ясно, что грядут великие потрясения, ну, грядет крушение трех империй в Европе. Гражданская война, две мировые войны, в конечном деле. И идет хаос. Крупнейший, да, вот символизм, в символизме, русском символизме есть свои поэты, и главный, наверное, это Блок, есть свои мыслители, Бердяев, есть свои богословы, это Флоренский и Булгаков, Сергей Булгаков, есть свои филологи. Это Бахтин. Бахтин есть, вышел из символизма. Это, так сказать, постсимволизм. Бахтин сейчас объединяет вообще почти всех культур мира. Да? Вот Бахтин, кстати, Флоренский, когда мы ему можем в двух словах определить, что такое его деятельность, он пишет, что это борьба логоса против энтропии. Логос против энтропии. Да? Понятно. Разрушение. Такое плохое разрушение. Все. Не падает. Государство падает. Империя падает. Мораль падает. И вот сейчас это такой момент тоже, после двух великих войн, момент кризиса. А это, наверное, все время интересно. Ну и не случайно именно символисты на башне часовой рамы, если удастся, я сегодня немного скажу. А там на сайте еще есть книга «Башня часовой Иванова и культура явления». И вот на башне Иванова рождается новый принципиальный журнал, который именуется «Аполлон». «Аполлон» как, именно как вызов энтропии, как вот нечто гармоничное, которое должно противопостоять вот этому разложению, этой, ну скажем, дурной революции. Бывают не на хорошие революции, бывают дурные. Но они понимают, что к чему идет. Скрябин пытается создать нечто, что объединит всех, но умирает. 15-й год. Поражение, решающее во время Первой мировой войны. Ну и вот ужасная эта революция февральская. Потом Октябрьская. Журнал «Аполлон», который большевики немедленно закрывали. Значит, он находился с 9 года по 18. Прошу, пожалуйста, здесь у нас на сайте полный комплект журнала «Аполлон». Читайте, листайте. Значит, итак, символизм. Это не просто школа. Символизм даже больше, чем романтизм. Хотя романтизм тоже была более чем школа. Вы можете найти у романтиков, скажем, утверждение о военном искусстве, о том, какая будет следующая война.
во всем аризме это, ну, это музыка самарист. Что-то есть издательство самаристки. Есть эстетика самаристка. Самаристы открывают старое, переоцененное старое, они открывают иконы. У них вот с юмористами начинается, скажем, то, что называется феминизм. Вячеслав Иванов и его жена проповедуют, что нужно, чтобы буржуазный брак – это ужасно, нужно кольца раскрывать. Но это теория, когда находит дело, на практике приходит такая легкомысленная дама на башне просить, она хочет родить сверхчеловека от Вячеслава Иванова, то жена Вячеслава кидает в нее керосинкой, и долго на башне пахнет керосином. Значит, символисты заново обращаются к мировой истории и открывают античность. Первый это делает Мещовский. Роман «Теология Христос и Антихрист». То есть они пытаются заново открыть для себя христианство и античность. То есть два главных корня общей культуры Европы. Мир христианский и мир античный. Иерусалим, Греция, Рим. Ну и вот у романтиков сзади революция, у символистов впереди война, две войны. И в 12 году Блок пишет стихотворение «Авиатор», которое кончается так: «И отравил твой мозг несчастный грядущих войн ужасный бит, ночной бетун в ампле ненастной земле несущий динамит». Поэт видит летчика, который несет в земле взрывчатку. Еще не было такого в этой теории. У Белого: «Мир взлетит, — сказал, взрываясь, Фридрих Ницше, — мир провалился в опытах Кюри, атомные лопнувшие бомбы». Кажется, впервые в поэзии европейской описывается атомная бомба. Ну, теперь два слова о особенной жизни. Вот семилетие с 5 года по 12, то, что в Петербурге сейчас стало знаменитым, башня Иванова на Таврической, над Таврическим парком, где находилась Дума. Вот жилище, дом поэта Иванова и его жены Зиновьевы не было. И туда приходят без приглашения все поэты, философы, музыканты, актеры: Мейерхольд, Блок, Грязяев, Мережковский, Розанов. Вот приходит последний, один из башенных симпосионов, как тогда называли эти встречи. Ну, вот симпосион — это у Платона, помните, да? У Платона это пир, разговор о чем? О чем там они говорят, помните? О любви. О любви. Вот тут они тоже говорят о любви, о том, что нужно найти возможность общения, найти другого. Говорят о диалоге, который творчество. Проблема другого – это у нас Бахти. Это одна из двух главных тем, которые потом поставят Михаил Николаевич Бахтин. Бахтин бывал на башне, и его граф тоже был на башне. Ну, любовь. И любовь, она обычно политическая. И вот сам, как писала Ахматова, трагический тенор эпохи Блок, он питается этими встречами,
и сам не говорит, но слушает. И потом он создает свой шедевр, который, я думаю, вы знаете, который читает первый раз на башне в 5 году, в мае 6 года. По вечерам над ресторанами горячий воздух дик и глух. И правит покриками пьяными, и весенний идет горный дух. И потом высыпается ресторан, и каждый вечер в час назначенный, или это только снится мне, девичий стан с руками схваченный, в туманном движется окне. И кто она, да? И странной белестью закованный, смотрю за темную вуаль, и вижу берег очарованный и очарованную даль. В моей душе лежит сокровище, ключ порочен только мне. Ты права, пьяное чудовище, я знаю истину, думаю, не знаком. Ты права, пьяное чудовище, кто это? Это поэт или незнакомка? Ухмеется. И кто она? Итак, а перед нами уже главная тема Серебряного века, которая потом будет у Пастернака и доктора Живаго. Это вечная женственность. Вечная женственность или падшая женственность? Падшая София. Приходит на башню и замечательные художники, Бакс, и говорят о чем? Говорят о теме, которая сейчас не просто актуальна, она вынесена на площадь. Если не рассказать, я рассказывала, была премьера фильма, американского голливудского фильма 2011, то есть конец цивилизованного мира, конец. Там было интересно, мы говорили о конце христианского мира, о конце христианской цивилизации. И вот Бакст, замечательный художник, создает свою картину. Сначала едет сейчас в Грецию и рисует конец Атлантиды, гибель Атлантиды. Картина сейчас находится в Русском музее. Жаль, я не могу показать. Но вы найдете легчайшим образом в интернете. Terror Antiquus или древний ужас. Вот это некоторое, как в случае с незнакомкой Блока, незнакомка Блока это есть высшая точка рассуждения о Эросе. Terror Antiquus есть высшая точка рассуждения о конце христианской цивилизации, которая близка. У нас год 9, через 4 года начнется самоубийственная мировая война, после которой, в общем, та Европа уже кончится. Terror Antiquus. Замечательная картина. И... А теперь давайте сделаем прыжок. Можно просто музыку, да? А, ну что. Вот эти попытки культурой остановить. Пока грозит свободе враг, и не шумит ворот, не стяг над всей землей народной. И грудь, как небо, садись народ, впереди под погром народ свободный. Царь Николай II 2 марта 17 года отрекся. И вот
появляется конкурс на новый гимн свободной России. Музыку пишет замечательный композитор, потом эмиграции Александр Гречанинов, а стихи текст сочиняет Вячеслав Иванович Иванов. Вот какие слова. Свобода, слышали? Свобода, честь, свобода, долг, свобода, подвиг, слава. Но каждый выбирает свою судьбу. Временное правительство подумало и, знаете, какой себе взяла гимн? Дубинушка. Эх, дубинушка, ухни. Ну, понимаете, с этим гимном нельзя только победить. С этим гимном государство не может существовать. Вот песня «Свободе» осталась в архиве. Ну и наступает ленинский террор, и наступает, ну, то, что называется конец христианской империи. Была христианская империя, ну, плохая империя, много было там неправд, но она была христианской империей. А то, что было после, это уже было так же отличалось от, скажем, как нацистская Германия отличалась от, скажем, от того, что было в 19-м. И начинается исход. Рахманинов покидает Россию в 17-м году, Прокофьев в 18-м, Лешковский, философов Гиппиус в 19-м, Бальмонт и Бунин в 20-м, умирает не выпущенный за границу Блок, расстрелян поэт Гумилев в август 21-го, 22-й по инициативе Ленина на философских пароходах высылаются философы Кацалин, Булгаков, Ильин, Правдин, Степун, писатели Пасхалкин, Ахенбальд и Шпешихонов, историки, ректор Московского университета, математик, всего 200 человек. Ну и еще из Грузии высылают 60 меньшевиков. Вот. Что такое эмиграция в двух словах? В одном слове. Вот вы помните, когда был суд над Сократом, Сократ мог выбрать или смерть, или изгнание. Почему он выбрал, по-вашему, смерть? Смерть легче, изгнание тяжелее. Смерть легче. Так вот, когда, скажем, философ Степун, а он был философ, писатель, в прошлом он был начальником политического управления военного министерства во время Донецка. Когда ему в ГПУ, знаете, ГПУ, арестовали и сказали, вот, пишите бумагу, что вы знаете, что если вы вернетесь на территорию Советской России, вы будете расстреляны на месте. Вот это мне кажется. Потом, может, вы почитаете роман Набокова, в котором вот герой все время мечтает вернуться из Швейцарии в Советскую Россию, и, естественно, его убивают. Роман «Отчаяние». Вот. И вот с этими, после этих французских пароходов, наконец получает разрешение уехать и Вячеслав Иванов. Он говорит, уезжая, я еду в Рим, чтобы там жить и умереть. Вот эта формула эмиграции. И, то есть эмиграция есть некоторый вид смерти. Эмиграция есть невозможность. Эмиграция не идет в жизнь.
И вот парадоксальным образом он, Вячеслав, сразу по прибытию в город, в который он себе избавил от жизни, это город Рим, сочиняет цикл, который называется «Аде Рома. Римские сонеты». Всего 9 сонетов. Я буду иметь удовольствие вашей академии подарить экземпляр издания этих сонетов. Но вы их же можете найти и на сайте. Да. Вот это издание. Здесь сначала мы репетируем рукопись, потому что рукопись помогает часто войти в мир поэта. Затем слева фотография того места, которое писали сонеты, справа текст. И перевод на язык английский и итальянский. Мой друг сказал, что, знаете, трудно пишет Вячеслав Иванович, а перевод на английский помогает понять русский и русский. Но о первом сонете мы поговорим, потому что это такой некоторый важный манифест. Манифест европейской эмиграции. Вообще, сонет сам по себе, вы знаете, что сонет, это сам жанр, это форма, которая имеет поразительным образом 800 лет жизни. Сонет был создан Сицилией 800 лет назад. И сонет имеет определенные правила, композиция, метр, рифм. Вот рифм. Можно говорить о философии рифмов в сонетах, ибо рифмы должны быть диалектическими. Композиция сонета следующая. Первые четыре строки – тема, вторые четыре строки – ее развитие. Дальше. 4-4-3-3. Дальше. Поворот. Новая тема. Первые 8 строк противопоставлены вторым 3-3-6. И вот обратите внимание, какие здесь рифмы. Ну, потом почитайте на сайте. В сайте через 2 недели будет вся та же книжка. И еще немного будет. Вот я прочитаю первый раз первый катрен. Вновь арок древних верный пилигрим, мой поздний час вечерним авы, Роме, приветствую как свод родного дома, тебя с скитанием пристань вечный Рим. Значит, видите, да? Здесь у нас рифмуется два слова. Рома по-латински, по-итальянски, и Рим. Слово рифмуется имя города, урбс, в латинской и русской транскрипции. То есть прославляется в торжественных звучаниях рифм и потом с ним зарифмованных слов.